хочу сказать о том, что у нас нет такого, что именно туберкулезные больные убирали от коронавируса. Снизилась, да, смертность от туберкулеза немножко на уровне прошлого года, даже некоторое снижение, но скрывать смерть от туберкулеза на сегодняшний день нет необходимости такой, потому что нет настолько выявляемости. А чи були вони, знаєте, перші в групі ризику коронавіруса? Ну, любые больные с бронхолегочной патологией не являются в группе риска. И не только бронхолегочные, но и больные с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой системой. Поэтому не могу сказать, что они стали именно первой линией по коронавирусу. А как вы можете пояснить ось такую статистику снижения? Ну, хочется сказать, что это не только по туберкулезу. Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы во все течение заболеваемости и выявление заболеваемости. Конечно, больше внимания уделялось выявлению коронавирусной инфекции. Мы недовыявляем, это наша, конечно, беда, или то, что люди боятся все-таки обращаться к врачам, ходить. И сейчас на сегодняшний день, да, коронавирусная инфекция выступает на первый план. Но я думаю, что с учетом того, что дальнейшая вакцинация приведет к тому, что мы начнем выявлять туберкулез и впоследствии его лечить. То есть на сегодняшний день есть у нас все предпосылки для своевременного выявления и дальнейшего лечения туберкулезных больных.